Добрый день. Летом мы прикапывали ветки, ёшты. Это гибрид черной смородины с крыжовником. Сейчас посмотрим результаты. Вот у нас были тут электродами прижаты они. Вот одна ветка, вот вторая ветка. Если они пустили корни, мы их пересадим на новое место. Сейчас мы копнем лопатой, посмотрим, есть ли тут корни. Вот, как видим, корни хорошие. Видите? Сейчас мы его посадим на новое место. Вот мы подготовили яму. Вот выкопана наша ёшта. Это гибрид черной смородины с крыжовником. Сейчас мы ее посадим. Это все, что будем готовить. Мы приготовили вторую яму. Сейчас выкопаем вторую ветку на этом кусту. Вот у нас вторая ветка. Вот видите. И тоже ее пересадим. Вот наши электроды вынимаем. У меня такое приспособление было. Тут у нас тоже электрод. Вот видите, скоба. Эти ветки я прикапывал летом. Хорошо пошли. Сейчас мы это отрежем. Вот. Вот видите, какой корень. Тут у нас выйдет два куста. Мы вот так разделим их. Вот один куст ёшты будет. Такие корни. И вот второй куст. Ветка была прикопана к среднему все. Выводом был средний вывод. Вот у нас получилось два куста. Сейчас мы их посадим. Вот мы подготовили две ямы. Вот одна яма. Вот вторая яма. Сейчас посадим нашу смородину. Ёшту. Потом обрежем. Вот смородина. Новое место. Обрежем, оставляя вот почек 6. Также садим второй куст нашей смородины. Вот садим второй куст. Немного под углом. Вот так. И обрежем
Вот так. Сейчас мы это все польем. Тут-то польем тоже на этой яме. Вода впитается. Вот как тут уже питалась вода. На зиму ее укроем землей. Вот вода тут тоже на второй яме, считаю, питалась. Куст от куста мы где-то сделали 1,5 метра. Потому что кусты большие, разрастаются, чтобы они друг другу сильно не мешали. Мы их делали на 1,5 метра. Вот отсюда результат. Я садил черенками, обрезал черенки с молодых побегов. Они только дали листочки. Я не проверял корень пока. Оставил их до весны. А ветки, которые прикапывал, дали хороший корень. Будут хорошие кусты. Вот что я хотел вам показать. На этом пока все. Это был дачный обзор, фотогород. Пока.